Настя, сегодня помимо европейских хитов участники будут исполнять песни, которые каждый из вас им дал. Судьи-соперники, скажем так. Да. Тебе на этой неделе повезло, повезло поработать с Леной. Как вообще вот сложилась ваша работа? Расскажи в двух словах. У нас сложилась прекрасная работа с Леной, только Лена решила сделать все равно по-своему. Я считаю, что Лена очень талантливая девочка. Я бы очень хотела, чтобы она развивала свой талант, чтобы она его дарила. Я считаю, что ей нужно немножко раскрепощаться больше. Вот. И если даже нужно для этого переехать в побольше город, то стоит и это сделать. Я дала такую достаточно открытую песню для Лены, вот. Но Ленчик решила поступить по-своему, что тоже правильно, потому что нужно чувствовать себя комфортно. Когда ты комфортно себя чувствуешь, ты выступаешь уверенно. Поэтому я должна представить? Да, представляю. Лена Зуева с песней «Бывший». Поехали! Честно признаюсь, я бы очень хотела, чтобы Лена, она была бы у меня в категории. Ничего себе! Леночка, ты такая молодец! Ты просто пронзаешь. И офигенно ты спела. Привет! Рыбка! Наконец-то я с собой имею возможность поработать, потому что я все Алексей не подпускает, прям этот мужчина вообще никого к себе не подпускает, уже так, чтобы уже сам буду выбирать, все делать. Приготовили какашку, да? Ну подожди секундочку, почему сразу какашка? Ну не знаю. Я выбрала тебе действительно дурацкую песню, я тебе честно признаюсь. Почему такой выбор? Потому что Зуеву мы никогда не видели. Вот такого мы не видели. Мы все время видели ее в формате такой душевной. Елене Зуевой явно можно еще нажимать на педали и уходить в какое-то другое там музыкальное амплуа. Но мне не очень в это верится. Боже. Ну, я думала, что поприкалываются надо мной, конечно, судьи-соперники. Я бы, конечно, сделала что-то слишком эпатажное. Я бы так, чтобы Олег Винник просто упал в обморок. Ну, желательно в нижнем белье не выходить. Нижнее белье у нас это что? Трусики и что сверху? А купальник? Мне ж не оденут купальник. Колготки в сетку. Такие каблы такие. Нет, да? Айша, я живу с тебя в городе. Вот и хуй маленьком. Хоть намек на юбочку какой-то, чтобы не совсем была жопа и вот это все впереди. Это вот настолько люди вот так вот зашорены, что нельзя выйти в купальнике, потому что человек живет в маленьком городе, потому что что скажут? А еще муж есть, жена Настя, а еще муж есть. А муж должен держаться за тебя руками и ногами, быть счастливым вообще, что ты на него обращаешь внимание. Ну как он на это посмотрит? Это вообще нормально? Это же ты артистка. Ну а как? Ненормально. А кого это интересует? Он должен тебя поддерживать во всем. Ну, если ей это удастся, если это будет для нее органично, то она может брать вообще после этого что угодно, хоть «Богемскую рапсодию». Если нет, поедет к мужу. Сжечь все купальники? Ну, ребят, ну не могу я с голой попой выходить на сцену, это капец. Больше экспериментов не будет. Попробую сделать как-то по-своему. Как-то хочется. Олена Зуева. По тебе я сильно скучаю. Если очень долго не вижу, а увижу и понимаю, как же я тебя ненавижу. Разрывает сердце на части. Надо ж было так ошибаться. Видно, это девичье счастье. Снова с бывшим стихом.
Елена Зуева на сцене шоу «X-Factor». Ой, Лена. Да. Ну как, ты осталась довольна своим выступлением? Нормально. 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 А спросим у твоего наставника. Может, уже бывшая, я не знаю. Тихо. Подождите. Вот к этой аранжировке я не имею никакого отношения, во-первых. Давайте сейчас это все упустим. Я хотела сказать тебе, Лена, ну какая же ты крутая. Вот... Ты знаешь что, с какой ты легкостью вообще это делаешь? И как, вот тебе интересно смотреть, ты рассказываешь. Я честно, даже не могла предположить, что эту песню вот так можно спеть, интерпретировать. И Жо Кокер тоже не мог предположить, и шансон тоже тут присутствовал. Давайте так будем говорить. Но мы же оцениваем выступление в конечном итоге, да, то, что получилось. Конечно, когда я тебя просила немножко раскрепоститься и одеться так откровенно, я совсем не думала, что ты все-таки... А ты на самом деле откровенно одета, просто по-своему, очень сексуально. Ленчик, ты знаешь что? Неважно, что там кто, что я там просила тебя сделать, или как получилась у нас песня, я имею в виду, как аранжировка, да, вот как она звучала, как область стилистика. Самое главное, что ты не испугалась, и ты сделала круто этот номер, правда. Спасибо. Андрей Михайлович. А я вот сижу, смотрю в мониторчик и думаю, вот, Лена, вы настолько расцвели на этом проекте. Вот я так помню ваше первое выступление, когда вы пели «Ваенку снег», да? И вы такая была вся в себе, какая-то мне показалась даже закомплексованная, зажатая, да? Сейчас я смотрю, я не могу глаз отвести. Красотка. Угу. Круто было. Целую, спасибо. Обнимаю. И жду, когда будет финал, когда я тебя покручу там. Можно я на секундочку еще хочу сказать? Послушай, насколько у тебя страсти. Пожалуйста, открывайся для нас. Потому что у тебя такая там энергия. Мы хотим ее получить. Делись с нами. Куда сильнее еще открываться, Настя? Ага, я тоже думаю. Да куда? Не, я имею в виду... Боже, о чем вы подумали? Еще вот тут вот. Мы открыты по максимуму. Дима. Да, ну, у меня смешанные чувства, скажу честно. Во-первых, я, конечно, не фанат подобных странных сочетаний, но спела ты на уровне, безусловно, этого не отнять. Вот что касается в целом впечатления, мне казалось, что я попал в какой-то такой очень сложный, навороченный психоделический сон. Со мной это иногда действительно бывает. И я пытался разгадать его как сложный лабиринт или кроссворд, и вот, честно скажу, не смог. Я не понял, что вы хотели этим сказать. И этот результат вашего взаимодействия, честно говоря, меня немножко шокировал. А что тут непонятно? Мы женщины сложные, Дим, понимаешь? Не, я понимаю, что были пущены в ход ноги. Все было. Это факт. Красивые ноги. Красивые ноги. Ну, в общем, это был такой замечательный, странный сон. Я, пожалуй, еще посплю немного. Просыпайтесь, Дим, просыпайтесь. Это X-Factor. Дима, Олег, вы не спите, вы с нами. Та-та, я тут. Я тоже в шоке, по-моему. Все, все. Но... Ох, что ноги твои делают, смотри. Не знаю, что сказать. По-моему, просто не понравилось. Лен, я хочу сказати одне. Якщо ти маєш піти з цього проєкту сьогодні, то це буде завдяки цій аранжировці. По-перше, це дуже банально. Хто її підсунув тобі, ту аранжировку, я не знаю. Це просто нецікаво і несмачно. Це все, повторююсь, аранжування. Не влучне, абсолютно. Я тебе люблю дивитися в будь-якому стилі. Я хотів тебе сьогодні бачити веселою, щоб ти показала все, що ти робила на репетиціях, щоб ти сміялася, щоб ти була щаслива. Ти була скована з цією піснею сьогодні. Ну, звичайно, такий був номер. І я приєднуюсь до Діми.
до всего, что он сказал, мне жаль. Але ты сама по собі крута, ты достойно справилась. Я абсолютно розбитий цією аранжировкою, і цим номером, і цією піснею. І я не хочу, щоб ти пішла з сьогоднішнього проєкту із-за цієї пісні. Не за пісні, а аранжування. А виступила достойно. Спасибо. Не, ну поддержал. Поддержал, вообще молодец, сказал, я в тебя верю, все классно. Вот это наставник. Олег, не переживайте, Лена еще выйдет сегодня второй раз. Я думаю, у вас настроение поднимется. Я надеюсь, что все будет хорошо. Будьте уверены. Лен, ну а ты скажи, почему мы должны за тебя голосовать? Почему ты должна быть в финале? Потому что я всех люблю, хочу с этим делиться. Поэтому, друзья, если можно, пожалуйста. Будь в песне. Есть еще вторая, Олег Анатольевич. Давайте подождем. Так, Лен, и политики говорят, когда мы за них голосуем. Я всех люблю. Хочу со всеми делиться, а потом получается все, как получается. Дорогие наши зрители, если вы хотите, чтобы Лена любила и делилась, вам нужно за нее голосовать. Звоните 0900-901-001 или присылайте смс с кодом 01 на номер 3399. Заходите в мобильное приложение «Телепортал» и голосуйте там абсолютно бесплатно. Лена ждет вашей поддержки. Это была Елена Зуева!